Лягушек Лягушечек поймал? давай, кидай. Ой, кидай воду, быстрее кидай под хату. Видишь, и ты не хотел сюда идти. Все, давай, спасай их, кидай водичку. Зачем? Чтоб не раздавили их здесь. О, все, пойдем. Пойдем дальше. Шел. Лягушку. Лягушка? Да. Сейчас посмотрим, что за лягушка. Маленькая. Ух ты, малютка какая. Лягушка, прыгай. Давай, Радонир, пальчиком ее подтолкни, чтобы она прыгала. Ну, ты ее не в грязь запихивай, а дай ей это, аккуратно. Аккуратно, кидай ее водичку. Да тут нет водички. А вот туда. А, туда далеко? Да, в озеро. Аккуратненько. Да, чтобы ее не раздавил никто. О, все, она в водичке. Ой, вот и все, глянь, вот это резвая, Владик, снимай. Глянь, какая ты. И он, Радомир, смотри, он тоже поскакали. Опа, ты где? Вон, он ползет, глянь, глянь. Какая манюшенька! Вон, ты в воду их? Аккуратно. А вон еще. Да, их тут много. Вот еще. Смотри. Ой, какая обрезлая. Все, и кидай водичку. Ой, две. Да, сверху начинают запечатывать, видишь? Угу. Начинает этот мед запечатывать. Да, я уберу. А эти пустые, да, получается? Угу. Да. А вот что этот. Сейчас я покажу, найду трутня. Покажу вон она. А ты видишь, насколько крупнее. Угу. Вот он трутень. А вот он, трутень тут вылупится. Может, не надо трогать? Уже не надо. Уже трунул. Так, и вот тут вот изменится. То же самое. Смотри, с этой стороны. Угу. Или это с той же было? Не, с двух сторон. Детки. Да. А, они же нужны, чтобы где-то греть эти трутни. Ну, будет их трутни. Сейчас греть их особо не нужно. И, конечно, вот уже ближе к рождению. Вот. И вот, смотри, начинают будет маленькая. Начинают прогрызать, вот. То есть это уже запечатано. Вот это, вот это будут трутни. Вот, большие вот, шляпки. Да? Это тоже они уже вылупливаются? Вот это вот, вот. Да? И вот. Уже выгрызают, да. Я же говорю, потихоньку их будут докармливать. И вот там маленькие детки, да? А вот это что? Это просто сироп? Там, вот там, где уже, видишь, смотри, она как прочеревила, первая. Уже вышли. Ага. И они сразу же это место, рабочие пчелы, занимают медом. Медом? Да. То есть поэтому они перебираются. Там то кто-то есть, есть, по-моему. А ну-ка наклони под углом. Или это мне такое? Нет, там блестит этот мед. Мед, да. Большая семья такая. Ну, вот сколько трудно ты уже видишь, они это закладывали. Ну, не немного дотянуть вот это. Может, оно, конечно, и правильно. Больше, я думаю, снились не буду, но... Очень много трудно. А сверху уже угол запечатанный мед. Угу. То есть там были детки, они уже вышли, да? Или... А он такой темный-темный. Это с прошлогодней суши.